Коллеги, здравствуйте, Дмитрий Кажданов вновь приветствует вас. Сегодня хочу вам рассказать немножечко о расческе 339. Значит, смотрите, данная расческа представлена в нескольких цветовых решениях. Это белый, красный, янтарный, черный, серый, красный, розовый, белый, зеленый и фиолетовый. Значит, для чего нужна эта расческа? Эта расческа универсальная, подходит для всех типов стрижек. Это короткий, средний, длинный, она универсальная. Также являются расчески универсальные, это 334-336. Значит, длина данной расчески, вот здесь рабочее полотно данной расчески 18 сантиметров. Если же вам по каким-то причинам расческа 339 покажется слишком маленькой, вы можете себе рассматривать расчески такие как 334, она будет уже чуточку длиннее, и 336, она также будет становиться чуточку длиннее. Но помните такую особенность, что если вы выбираете рабочую расческу длиннее, у нее помимо длины увеличивается еще также обушок. То есть у всех расчесок, которые идут после 339, увеличивается чуточку обушок. Это немаловажный момент, потому что для некоторых коллег, когда мы работали на выставках, подходят и говорят: вот, мне не подходит, допустим, вот эта расческа, у нее обушок достаточно большой. Значит, если он играет для вас огромную роль, то окей, берите расческу меньше, чтобы вы знали. То есть самая маленькая — это у нас 339, и обушок у нее меньше. И все остальные идут уже на увеличение по длине и по размеру обушка. Вот. Значит, напоминаю, что данный, для чего нам нужен поломанный зуб, как мы видим, кто не знает. Это для того, чтобы мы могли всегда четко отделять проборы. Значит, вот эти дырочки, многие, кто знают о них не понаслышке, это у нас линейка. То есть каждая дырочка — это у нас 1 сантиметр. То есть если вы хотите замерить с одной стороны, сколько вы отрезали, прикладываете и замеряете, ну, допустим, там 3 сантиметра, 4, 5. Ну, вот. Признаюсь честно, я в своих работах иногда использую данные замеры, чтобы посмотреть, насколько четко, ровно я отрезал. И честно скажу, я даже не стесняюсь. Несмотря на то, что я уже стригу больше 10 лет, я этим все равно увлекаюсь. Я замеряю, сколько с обеих сторон я отрезал, с той или иной стороны. Вот. Мне это нравится, что мои работы максимально четкие. Вот. Так эта расческа гнется, как мы знаем, благодаря специальному пластику. Также данная расческа у нас выдерживает температуру 220 градусов. Вот. И сразу вам скажу, если вы хотите узнать, насколько данная расческа выдерживает эти 220 градусов, вы можете взять утюжок, поставить на 220 градусов, тут краешек немножечко зажать. И я вам даю гарантию, что данная расческа не расплавится. Если же у вас расческа расплавилась, значит, вы купили подделку. Оригинальный USPARC не плавится. Это я хочу, чтобы вы знали. В нашем магазине shopcoms.ru мы продаем только оригинальные расчески USPARC. Вот такой маленький у нас видеообзор получился. Если же у вас будут какие-то вопросы по поводу расчесок, или вы там не знаете, какую расческу выбрать, вы пишите комментарий под этим видео. Я оставлю ссылочку, где можно купить данную расческу. И также оставлю мою группу ВКонтакте, где также вы можете тоже написать мне в личку, можете спросить меня по любому вопросу. Тем более мало мастеров, которые, допустим, знают о данных расческах все, и они не знают, что выбрать. Вот, поэтому, если вы не знаете, что выбрать, вы пишите мне, я с радостью вам посоветую, какую расческу выбрать и с чего начать. Всем большое спасибо, всем точных стрижек. Всем пока.